Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сегодня хочу представить вам наше изделие «Реглант с фигурными вставками». Фигурными мы эти вставки назвали, потому что они не прямоугольные, они имеют уголок в нижней части. То есть вставили фигуры, значит вставки фигурные. Связан наш пуловер из перуанской пряжи альпака полиамид. 80% альпака и основа тоненькая-тоненькая полиамидная ниточка, на которую нанизаны петельки из натуральной шерсти. Мягкая, нежная, как облачко. На вязание пуловера на мой небольшой размер, это размер где-то 40, ушло 1,5 мотка, то есть где-то 150 граммов ниток. Если вы хотите вязать объемное изделие на такой хороший размер, берите 2 мотка. Вставки я делала из ниток совершенно другого состава. Вот у меня бразильская пехорка и меринос хлопок. В принципе, вот эти резиночки, либо любого другого вида вставки, можно вязать из прямого полотна, можно поднимать руками, можно вязать абсолютно любого вида. Самое главное, то, что в этом уроке показано, это составление выкройки. Причем выкройка по упрощенной методике. Методика настолько простая, что для нее требуется всего 4 мерки. То есть мы снимаем с себя 4 мерочки, и на основе этого мы с вами вяжем реглан, совершенно полноценную посадку на фигуру вы видели на моем примере. Выкройку мы делаем на бумажной основе, поскольку это моделирование, причем не самое простое моделирование, вы видите, как выглядят проймы. Мы делаем выкройку на бумажной основе и переносим ее в программу KnitStyler. Поэтому, если у вас есть программа, вы можете вязать по программе, точно так же составив эту выкройку на бумаге и перенеся ее в программу. Если у вас программы нет, вы не хотите ее изучать, вы можете выполнять это изделие по привычной методике, посчитав все руками. То есть сложных, особых каких-то расчетов здесь тоже нет. Изделие вяжется несложно. Можно даже сказать просто. Самое главное понять принцип выполнения вот этих вставок. Основной особенностью этого изделия являются, конечно, фигурные вставки. Фигурные, потому что они не прямоугольные, они имеют уголок. Видите, необычно вставлено. Такая вот моделирование. И, конечно, нестандартная V-образная горловина. Вязать подобное изделие можно на абсолютно любой размер. Мы с вами составим выкройку на свой индивидуальный размер, по своим индивидуальным меркам. Вяжите любой формы, вставки делайте любой формы, любого размера. Я вам рассказываю, как вывести эти вставочки в одну точку, либо разнести их дальше друг от друга. То есть в данном случае мы никак не ограничиваем себя в своих фантазиях. Мы выполняем эти вставки того размера, который вам захочется. Это зависит от общего размера изделия и, конечно, от вашего желания. Цвет этих вставок тоже может быть абсолютно любой. Состав пряжи тоже никак не ограничен. Резинки выполнены на машинке Silver, Silver Reed 840. Основное вязание я выполняла на машинке Neva 2. Исключительно потому, что она делает немножко побольше петли. Но Silver Reed очень легко берет эту пряжу. Проблем с ней не возникает никаких. Neva 2 исключительно потому, что петли немножко большего размера. Но при этом хочу вам сказать, что Silver в какой-то степени даже легче берет эту нитку, потому что он ее не зажимает. Neva зажимает платинками вот эти пушистые петельки, и их приходится из нее вытаскивать. Поэтому пряжу может вязать любая машинка. В уроке я показываю, как можно выполнить разный вид моделирования. То есть мы можем полоски свести к одной точке, можем развести вплоть до практически горизонтального состояния. В данном конкретном виде моделирования это не важно. Как разрежем, так и провяжем. То есть вы никак не ограничены в своих желаниях и своих фантазиях. Можете выполнять по уроку абсолютно любую конфигурацию изделия. Провязав этот свитер, вы получаете возможность не только строить абсолютно любые выкройки реглана, но и моделировать
самые разные варианты оформления вашего реглана. Урок ценен не только тем, что мы вяжем изделия, мы с вами разбираемся с выкройкой. И больше эта выкройка у вас никогда не вызовет никаких вопросов. Продолжительность урока вязания больше 4 часов, то есть урок достаточно подробный. И если вы хоть немножко владеете вязальной машиной, основами вязания и расчета, вы вполне легко сможете связать себе подобные изделия. Если вам понравилось наше новое изделие, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями и ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.